Две иномарки Volkswagen и Kia, а также Газель столкнулись сегодня по принципу домино на мосту Миллениум. Как предположил водитель корейской иномарки, который был завершающим в этой цепочке, молодой человек за рулем Газели отвлекся на что-то и не успел вовремя сманеврировать. В результате задел едущий впереди него Volkswagen Polo. Через секунду в грузовик врезался и он сам. Кто должен понести ответственность, узнавал Рамиль Шайдуллин. Впереди машина тормознула резко, и все. Водитель автомобиля Kia Rio рассказывает, что едущая перед ним «Газель» вдруг резко стала тормозить, но все равно не очень успешно, поэтому и врезалась сзади в Volkswagen Polo. Мужчина, конечно, удивился разворачивающимся прямо у него на глазах событием, но сам нажать на педаль тормоза не забыл. Понимал, что тормозит машина медленнее, чем хотелось бы. А расстояние от него до грузовика сокращается уж слишком стремительно. Но что-либо сделать был уже не в состоянии и повторил то, что за секунду до этого сделала «Газель», врезался в нее сзади. При этом машина пострадала в аварии больше всех. За 20 лет водительского стажа повидал многое, поэтому печалиться не стал. Что ж, всякое бывает здесь. Надо жалеть, а главное, пострадавших нет. Водитель Volkswagen потом рассказал, что да, притормаживал, но не резко и исключительно для того, чтобы избежать столкновения с подрезавшим его автомобилем. Это правилами не возбраняется. Сейчас в произошедшем предстоит разобраться с сотрудником автоинспекции. Рамиль Шайдуллин, Нафиса Минязова, Адель Мулахметов, вызов 112.